«Твори добро и красоту» – ежегодный творческий конкурс духовного искусства состоялся в Донской столице. В нем приняли участие около сотни юных конкурсантов. Инициаторами мероприятия выступили Донская митрополия, Министерство образования и культуры Ростовской области. Число участников конкурса с каждым годом растет. Есть надежда, что в будущем творческая площадка выйдет на международный уровень. Сюжет епархиальной телестудии «Дом православный». В Ростовском колледже культуры состоялся творческий смотр-конкурс «Твори добро и красоту». Инициаторами мероприятия выступили Донская митрополия, Министерство образования и Министерство культуры Ростовской области. Я полагаю, что значение таких мероприятий трудно переоценить, поскольку на сегодняшний день подрастающее поколение очень нуждается в духовности, нравственности. Поднимаемые темы, в частности, в ходе сегодняшнего мероприятия, это борьба с суицидами, это сохранение и укрепление семьи, это поддержка детей-сирот, а самое главное – проблемы веры в завтрашний день, веры в собственные силы, веры в человечность, в будущее. Они очень важны, и вопросы нравственности, которые поднимаются в ходе подготовки конкурса, в ходе участия в мероприятии и даже в ходе участия в нем как зрителей, не только выступающих, трудно переоценить. Конкурс проходит уже в 6-й раз, и год от года число его участников растет. В этом году количество юных конкурсантов составило около 100 человек, а сам конкурс продолжался более 3 часов. Год от года уровень конкурса повышается, конкурсанты уже осознанно подходят к выбору произведений. На сцене звучит уже больше произведений духовной направленности. Помимо этого, так как конкурс проходит в пасхальные дни и близко он к Великому Дню Победы, конечно же, вот эти два праздника перекликаются, и тематика этих праздников находит свое отражение вот именно в выступлениях участников вот этого замечательного конкурса. Если благословит владыка митрополит, а он ему особое спасибо, и потому что он, этот конкурс находится под его попечением, он проводится по его благословению, и, конечно же, владыка особое внимание уделяет студенческой молодежи. И я верю, что в самое ближайшее время владыка преподаст нам свое благословение, и мы будем выходить на международный уровень. Вниманию многочисленных зрителей были представлены хоровое и сольное пение, драматургия, танцы, стихи, а также номера в смешанных жанрах. В фойе перед актовым залом работали фотовыставка и экспозиция декоративно-прикладного творчества, посвященная празднику Светлой Пасхи. По завершении конкурса жюри подвело итоги и наградило победителей. В этом году приз за первое место конкурса достался Ростовскому колледжу культуры. За исполнение авторских стихов наградили Наталью Митюру, которая учится на театрально-режиссерском отделении. Победительница поделилась своими впечатлениями. Для меня это большая награда, просто принимать участие в таких конкурсах, потому что они нужны, и чем больше их будет, тем будет лучше для всех нас.